Недавно жена Дмитрия Тарасова выложила фото в свой Инстаграм. На фото Дмитрий, Анастасия Костенко, их маленькая дочь Милана и первая дочь Дмитрия Ангелина. По сравнению с любимым, мы все еще бледненькие, но время есть, подписала снимок Анастасия. Фото красивое, доброе, но вот подписчики озадачены, как долго футболист не видел Ангелину. Наконец-то он встретился с дочкой от первого брака. Все удивлены, потому как сама экс-супруга в своем Инстаграм часто отвечает на комментарии подписчикам. И там уйма вопросов об алиментах, об отношении Ангелины и Дмитрия. По поводу алиментов, Оксана поведала, что футболист только подал апелляцию. И ни Локомотив, ни Дмитрий ничего не выплатили и даже не начинали платить, только пообещали. Подписчики Оксаны предполагают, что футболист оттягивает время для того, чтобы закончился контракт, и он стал безработным. По поводу взаимоотношений отца и дочки Оксана написала, что общение было, но не активное. Конечно, девочке не хватает отца. На фото можно заметить, что Ангелина выглядит отстраненной, как чужая. А вот отношения Ангелины и ее бабушки по папиной линии девушка никак не комментирует. Видимо, мама Дмитрия Тарасова не общается со своей внучкой, раз Оксана ничего по этому поводу не говорит. Дмитрий несколько лет не виделся с Ангелиной, а тут решил побыть заботливым отцом, как будто все хорошо и деньги их не разлучали. Скорее всего, он всячески хочет показать, какая у него счастливая и полная семья. Но инсайдеры, которые следят за всеми событиями, знают, что там не все так сладко, как хочется в это верить.